Круто! Рукопожатие друг другу! А ну давай, я вот как бы не слышал это. Вот мне кажется, что Витя хотел бы сейчас сказать о том, что это на самом-то деле пример того, как это должно быть. На самом-то деле это круто, это крутая энергетика. Молодое подрастающее поколение, ребята, которые немножко постарше, и ребята, которые громко аплодируют и их поддерживают. Отлично. Ну что, решение. 3, 2, 1.